Оливер Джефферс. Что мы с тобой построим? Планы на наше общее будущее. Что же мы с тобой построим? Ты и я. Давай-ка сперва инструменты разложим. Собрать, разобрать. Что с их помощью сможем? Мы сделаем дверь, где был только проем. И дом возведем, и поселимся в нем. Часы, чтобы время по ним наблюдать. И завтрашний день друг для друга создать. Построим немного любви про запас. И норку, где прячется каждый из нас. И крепость врагов мы оставим снаружи. Их крики высокие стены приглушат. Но жизнь не в одних только битвах идет. Врагам мы с тобою оставим проход. Мы стол смастерим, сядем рядом, и вот... Мы выстроим башню и в небо вглядимся, красою небесных миров насладимся. Построим туннель, что ведет далеко, дорогу длиною до самой луны и место, где сил набираться легко. С тобой отдыхать мы, конечно, должны. Построим корабль, чтоб в море ходить, сильнейшим волнам его не победить. Прибежище в случае бед и лишений, там будет все то, что дает утешение. Игрушки и книжки по полкам расставим, любви, что припрятали, крылья расправим. Все это, я думаю, нам пригодится, ведь всякое может еще приключиться. Давай-ка скорее огонь разведем. Мы столько придумали вместе, вдвоем. И в сон, и в тепло погрузимся мы дружно. Вот что сейчас нам с тобою так нужно. Все это сделаем ты и я.